Обама, ну и так далее, да? А сами ездят на Мерседесах, на Форсах, на техника, покупают импортные дольфера, вот это Россия. Я говорю, россияне, будьте вы патриотами своей России, выбросьте всю вот эту технику импортную, приобретайте как вам, мы что, в Европу едете, мама? Зачем вы поддерживаете экономику Европы и Америки? Ну все хотят, они плохие, они деньги, а все у них все покупают, деньги платят за холодильники, телевизоры, все это там вообще. И вторая оказывается, вот это он проявил патриотизм и сказал, ребята, я вам везюлей, там делайте что-нибудь, невозможно такие машины выпускать. Вот тебе Russian people. Thank you.
кормилики. Да, я слышу, нормально. Вот, буквально, они шумят. Они слышали, у них кормили пищу, но вот у вас увидели все сигналы, они трифол подокупили, им это китайцы дали. Вот именно трифол, как там, кто-то пытается подключаться, там же нормальные где-то. Вот это трифол, как у Финики. Вот молодец, вот это правильно, русский шелк, вот такой. У нас еще третий есть голубой в запасе. Не, мы голубые, мы действительно, пацаны, мы это любим стать мальчиков. Вот ты дебил вообще конкретный. Мало же чужих любим, да? Вот там. Мы же активные ребята. Есть же активные и пассивные. Так мы с активных ребят. А пассивные это касапы. Подкинемся к тем темам для разговора. А еще мы любим резать животы беременным женщинам и кушать младенцев маленьких с кровью, так по морю разматывать. Вот это мы еще делаем. Березавцы до живого плана, придурок. Козла, бля. Обама нам не касается, Обама тут ни при чем. Нам Путин мешает, козел, мать. Да вот он не возит, не передавай, ну давай, копай. Песня на мировом уже, на мировом масштабе. Это хит 2014 года. Даже по тем видео все уже эти хит 2014 года. Такой песни еще никто не придумал. У вас там Борис Моисеев, голубизну в Москве организован, так что к нему обращайтесь, пацаны. Кто хочет записаться к нему? Я же Перчунчик, это утро, он нормальный мужик. Чулка, ты не хрюкай, наверх после чучку, не алый, ты глупости, пустил. Да, вот этого чурки, скажите, с Крыма, как его, блядь, этого называют. И Кишмет, пидорас, блядь. Да, 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 да,
что делать? Валяйте, да понял. Вы на колонии. Огибали весь родственники. Так он же этот кидр. Кому живет? И он хвалит это все. Опять Москаль. Кто не проявит как Москаль? Некоторые я услышал, их не разговор двух украинских радиолюбителей. Так они говорили, слышали, а что такого такого не слышно? А он говорит, так жрать не за что, говорит, чего? Он говорит, трансфер свой продал, говорит, потому что жена сама охуя трупа своего трансфера. Так вот трансфер продал, что ты, говорит, немножко, говорит, поднять это. Хотя бы, говорит, детейку по 15 нормально, как бы нет. Интересный момент. Пока вы скакали на Майдане, Крым увели, все правильно. Пусть будет по-вашему. Мы не увели Крым, все. И не дать вам Крыма теперь, как своих ушей. И вот, ни Крыма, ни газа, ни кирогаза. И Донбасс от вас малохольных ушел. Вот от кино член играет в домино. А вы теперь откикайте. Получай на чай. Молодок, расскажи, как ты жену на панель возишь. На панель жену возишь. Жена, что у тебя проститутка, мужики говорят. Расскажи, как ты свою жену на панель возишь, чтобы семью кормить. Ничего святого, матка-мати, изменился, хохочет, чего ты здесь развлекаешь, чей вас? Там люди гибнут, твои земляки под Донбассом гибнут, Славянск, Донецк, все там села ближайшие, бомбят, понимаешь, люди бегут. Вот уже Блять, страны, нахуй, блять, пусть. Иди, вот тупый дурак, блять.